Завтра, 20 июля, в Сургуте на 3 месяца закроют перекресток улиц Маяковского и 30 лет Победы. Администрация города предупреждает, что организован объезд участка. Также изменится схема движения общественного транспорта. Например, 19-й автобус не будет поворачивать на остановку Ростелеком, которая находится напротив торгового центра «Союз». Он будет проезжать прямо по проспекту Мира, уже оттуда направиться на 50 лет ВЛКСМ. 40-й маршрут от остановки ДК «Строитель» вместо проезда прямо на ГИБДД уйдет направо на улицу Юности, затем на Университетскую, Пролетарский и далее. Подробную схему движения общественного транспорта мы опубликовали на нашем сайте indifisnews.ru. Напомню, что перекресток 30 лет Победы и Маяковского перекрывают из-за строительства продолжения последней. Новый участок свяжет ее с Университетской. Подрядчик — это компания «ЮВИС», заменит электрические сети, установит системы тепловодоснабжения, переустроит дорогу и тротуары. На строительство продолжения улицы Маяковского выделено около 378 миллионов рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Откроют перекресток 15 октября.